Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сиротей. Ми починаємо. Ми з вами наближаємось до Міжнародного дня відмови від куріння. Ця звичка дуже розповсюджена і від неї важко відмовитись. Тож, що робити, як впоратись, якщо вам це необхідно, дізнаємось від лікаря, який прийшов до нашої студії. Це Юрій Карягін, завідуючий відділом організаційної роботи та планування комунального підприємства «Обласний центр громадського здоров'я». Пане Юрію, раді вас бачити. Справді, така звичка, яка охопила увесь світ, і люди курять, палять, взагалі вважають це не за таку вже й погану звичку, і ось так себе поводять. За статистикою, чи стало менше людей, які курять на сьогодні? Да, на самом деле очень серьезная проблема для всего мирового сообщества, потому что это один из самых серьезных факторов риска неинфекционных заболеваний. Мы как-то в одной из передач уже с вами об этом говорили, как раз неинфекционные заболевания и вызывают большую часть смерти и у нас в Украине, и во всем мире. И поэтому, конечно же, во всей мировой общественности к этой проблеме приковано серьезно приковано внимание. Говорить о том, что много людей или мало у нас сейчас курят, вот было у нас исследование в 2017 году, проводила Всемирная организация здравоохранения. Вроде бы как по данным этого исследования у нас количество курильщиков сократилось на 20%. Так непогано. Да, вроде бы как неплохо, а с другой стороны осталось число тех, кто курит, достаточно большая цифра, больше 8 миллионов. И самое печальное еще в том, что, да, слава богу, что меньше стало среди них и молодежи, и подростков. Но печаль в другом, что на смену традиционному курению, к которому все, так сказать, привыкли, сигарет, начинают появляться так называемые электронные устройства, которые по-разному работают, но тем не менее являются заменителем. Вот это новый тренд, новое увлечение, новая мода. В общем, какое-то непонятное. Якщо, пане Юрію, якщо люди перейшли на ось і замінники цигарок, то цей відсоток врахували чи ні? Чи це вже вважається, що це щось інше? Ну, якщо учитувати наше законодательство, то поки електронні устройства не регулюються так, як регулюються табачні зброї. Вважається, що це не немножко другого свойства средства для курения. И поэтому вот сейчас много предпринимается усилий для того, чтобы законодательно это урегулировать. Находится в Верховной Раде законопроект, который должен электронные средства поставить наряду с обычными сигаретами. Да, люди привыкли больше к тому, и наверняка уже многие знают, что сигареты это вредно, что это очень вредно, что люди умирают, сокращается продолжительность жизни. И вот родилась легенда, и, в общем-то, непонятно, почему она так... Наверное, потому что дорого, потому что красиво, потому что все так делают. Ну вот переходят на эти электронные сигареты. Много вокруг них мифов. Зараз вы можете развеять. Конечно. С приводу здоровья, с приводу впливу на уже дозрівший организм и на тех людей, которые еще не сформовані, это підлітки. Мы как раз про это сейчас хотим дізнатися. Як же впливають оці замінники на здоров'я людини? Ну, важным для нас является что? Для подростков, конечно, важно самое главное, что их табачная промышленность, в основном они продвигают электронные средства для курения. Для них главное привлечь этих молодых людей. И в том числе привлекают. Они в дальнейшем станут, скорее всего, курильщиками. Второй аспект, к которому прибегают, что якобы электронные сигареты менее вредны, чем курение обычных сигарет. В определенной степени это так. Но вся ситуация в том, что обычные сигареты курят давно, и мы о них все знаем. В начале 50-х годов, в прошлом году, например, такие сигареты, как Lucky Strike, сначала рекламировались или продвигались как средство от кашля.
И все были уверены, что это помогает, что это хорошо. А потом, когда провели достаточное количество исследований, оказалось, и уже сколько лет прошло, и оказалось, что это и рак, это и сердечно-сосудистые заболевания, и заболевания респираторной системы. Вот, к сожалению, в отношении электронных сигарет мы сейчас чуть-чуть проигрываем. У нас мало исследований, у нас маленькая пока доказательная база. Но, во всяком случае, мы уже точно знаем, что это не такое безопасное увлечение, и что они в такой же степени практически вредны, как и электронные сигареты, как и обычное курение. И вот об этом свидетельствует и заявление Европейской комиссии, которая недавно провела исследование, что они сказали, что надо относиться к ним так же, как к обычным сигаретам. Вот почему я говорю, что он для нас сейчас очень актуально, чтобы мы вот этот законопроект, который находится в Верховной Раде, и урегулировал электронные средства курения так, чтобы они были поставлены наряду с обычными сигаретами. А як ви думаєте, пане Юрію, от ви ніколи не палили? Ну, взагалі, як ви ставитесь? Був гріх. Так, а ви цю звичку позбулись, цієї звички? Да. Самотужки чи вдалося кудись звернутися? Ні, самостійно. Угу. А як ви думаєте, це краще для людини? Так, себе переконати в тому, що я не буду далі курити і все, я буду займатися просто здоровим способом життя, буду нормально жити. Здесь даже, знаете, есть один аспект, наверное, это не только мои ощущения. Победа над собой – это великолепное ощущение того, что ты действительно что-то можешь, чего-то можешь достичь. Не рекорд какой-то поставить, а вот именно преодолеть то, что вот такую, скажем, привычку, как курение. Это просто потрясающее самоощущение, просто над собой, что называется, возвышаешься и... Ну, переміг, так, да, я це зробив. Удалось. Ага. И поэтому хотелось бы, чтобы люди, которые с этой привычкой связаны, чтобы они тоже вот поймали вот такое ощущение, такое, извините за слово, кайф, но это действительно просто великолепное ощущение, что ты от этого избавился. На втором плане, конечно, потом уже ощущение от того здоровья, которое ты получаешь, потому что курение, безусловно, это такая привычка, но которая просто в организме разрушает все, что только можно. Ну, возьмем, скажем, просто дыхательную систему. Вот у нас дыхательные пути у нас высланы всего одним слоем клеточек. И если мы воздействуем табачным дымом или, скажем, тем же дымом электронных сигарет, эти клетки просто-напросто перестают работать так, как они должны работать. Они перестают удалять пыль, они перестают нормально удалять слизь. То есть у человека развивается, то есть раз там застаивается слизь, скорее всего, что туда попадут микробы, скорее всего, что там будет воспаление. И чем дольше человек курит, у него действительно потом присоединяются все вот эти неприятные вещи. Плюс еще те продукты табачного дыма, которые в нем присутствуют, а их там... Сегодня ученые говорят уже о 7 тысячах химических веществ, плюс там 70 канцерогенов. Еще же не натуральные, это же зараз не такие табак, да, которые колись вирощили. А в электронных сигаретах мы порой просто не знаем, что там содержится. Особенно в вейпах, там жидкости, которые часто продаются, там просто не указывается состав, и порой просто трудно определить, с чего там, сколько, есть там никотин, нет, какое его количество. В общем, еще взагалі людина вдыхает, так? Конечно. Чем это может закончиться? Создала природа, чтобы мы дышали тем, что мы не видим, и тем, что мы не ощущаем. То есть оно не должно не пахнуть, и мы не должны его видеть. Если это чем-то пахнет, и если оно что-то, мы его видим, значит, это уже для здоровья не полезно. Как бы не агитировали, а реклама потрясающе красивая, и средств нагревания табака, и вейпов, и всего там просто. Я понимаю, почему молодежь, наверное, это привлекает, потому что действительно это очень все красиво. И приводят аргументы такие безумные просто, что это прямо польза, избавиться можно от всех проблем, связанных с курением. На самом деле это не так. Просто заменник. Да, и вот есть исследование, которое, скажем, человек решил отказаться с помощью электронной сигареты от курения. Но исследование покажет, что у него примерно на 30-28% меньше шансов это сделать, чем если бы он просто другими способами отказывался. А как краще это сделать? Самотужки? Как вам удалось? Все зависит. Лучше мы рекомендуем обратиться к специалисту. Хотя у нас есть и национальный сайт, на котором прописано,
рецепты отказа от курения. Ну, прежде всего, нужно оценить, насколько уже затянуло курение. И чем, потому что это зависимость. Такая же зависимость, скажем, как алкогольная, как наркомания. По сути дела, это наркомания. Если глубоко не вдаваться в подробности, это та же самая зависимость. И для того, чтобы эффективно от нее избавиться, нужно знать, на какой ты сегодня ступеньке стоишь. Есть такой тест, его любой найдет в интернете, называется тест Фогерстрёма. Там буквально 6 формальных вопросов, которые буквально за несколько секунд позволят определить, на каком ты, так сказать, свете в отношении сигарет. В зависимости от количества набранных баллов и нужно принимать решение. Если там их там до 4 баллов, то это можно сделать самостоятельно. Вот это как раз, наверное, был мой вариант, хотя, признаюсь, курил очень серьезно, но тем не менее удалось от этой привычки избавиться. Но, как показывает практика, вот как раз большинство курильщиков вот, с маленькой степенью зависимости, они могут это сделать, значительная часть, могут сделать самостоятельно. А вот просто відмовитися все, да, поставити собі таку поставить ціль. Прежде всего цель, конечно же. Вот надо, опять же, взлететь над собой, понимать, принять какую-то другую цель, какую-то для себя задачу. Треба ж і стимул, мабуть, мати. Конечно. Для чого ти це робиш, так? Да, конечно, за человека никто его зависимость не излечит, даже если мы его введем в состояние наркоза. Мы этого не сделаем. Он должен принять сам решение. И тогда уже начинается следующий. Дальше уже все намного проще. Дальше уже можно принимать любые решения, масса существует рецептов, банальных семечек до леденцов. Так, цукерки пропонують, там, наприклад, да. Так, але ж багато хто каже, що от все, я буду гладшати, буду їсти багато солодкого, буду більше їсти, і ось та заміна чогось переходить на іншу, і людина тоді вже каже, ну це не я, я відмовляюся від звички, і все, стаю іншою людиною. Тут ще одна проблема существує, значительно часть, особенно женщины, начинают курить для того, чтобы действительно внести какие-то коррекции в свою фигуру. Тут как раз все совершенно наоборот. Вот сигареты, они не способствуют этому, хотя, может, в какой-то степени они там уменьшают влечение к еде, аппетит снижают. Но на самом деле они просто меняют обмен веществ в таком направлении, что в итоге человек просто набирает больше вес. И, кроме всего прочего, с набором этого веса и с курением он, конечно же, наносит значительный вред своему здоровью. Да, так вернемся к тому, что если количество баллов достаточно высокое. Вот так, в этом случае надо обратиться к специалисту, потому что у нас есть протоколы лечения, мы понимаем, как это делать, есть медикаменты, и с ними достаточно успешно можно справиться. А с какими медикаменты треба вживати, чтобы кинуть поле? От чего? Какие медикаменты? Ну, не совсем, наверное, корректно было бы с экрана телевизора об этом рассказывать, потому что это должно быть подобрано индивидуально. Да. Але все ж, ну, хоча б загальні характеристики. Ну, общі характеристики сьогодні в аптечной сети у нас достаточно широкий уже ассортимент так называемых препаратов никотин-заместительной терапии. Угу. И аэрозоли, и жевательная резинка, и пластырь никотиновый. В принципе, иногда мы пациентам рекомендуем, если у него невысокая степень зависимости, попробовать это сделать самостоятельно. У меня была масса историй, примеров, когда люди делились тем, что действительно, вот, скажем, приклеивали себе никотиновый пластырь и в течение буквально там нескольких недель избавлялись от этой привычки. Пластырем. Багато хто каже, от щось працює, щось не працює. Це, мабуть, дуже індивідуально. Одна людина сприймає, а інша може взагалі реагувати. Ну, прежде всего, это желание избавиться от этой привычки. Я говорю, сколько бы мы пластыри не клеили, какие бы таблетки мы не назначали, какие бы там заговоры или, как иногда многие пользуются кодированием так называемым, используя. Если человек не принял для себя решение, что это ему не нужно, что от этого надо избавляться, эти методики практически бесполезны, они ничего не дадут. То есть или человек на какое-то время прекратит, или он, скорее всего, через определенное время опять к этой привычке. Повернется же снова, да. Так. А с приводу підвищення, здорожчання цены на табак, на тютюн, на усі вироби с этим связаны, так? Как вы вважаете, чи це спрацювало? На сьогоднішній день. Однозначно. Во-первых, это доходы в бюджет.
нашим пенсионерам больше денежек достанется, и мы будем жить, наверное, лучше. Это раз. Во-вторых, всегда, и особенно это подчеркивают эксперты Всемирной организации здравоохранения, это одно из самых таких хороших решений, так называемый best buy, лучшие приобретения, самые такие недорогие, но эффективные. То есть повышение акциза, повышение цен на табачные изделия способствует тому, что они менее доступны. То есть, придя в магазин, если мы видим, что там есть, как раньше, вспомните, наверное, видели вы, и сейчас, может, иногда можно, но мне не попадается, слава богу, такие сцены, когда бабушки в определенных местах сидели и поштучно продавали сигареты. Mm-hmm. Школьникам, когда им давали на завтраки там какие-то копейки, могли спокойно себе это позволить. А когда пачка сигарет стоит достаточно дорого, то это уже не все, многие, во всяком случае, подойдут, задумаются, стоит ли на это тратить деньги. Так, тютюн і ковід, і взагалі залежність, як людина, яка вже може захворіти, і вона є курцем таким серйозним, що буде? Що буде з організмом? Чи справді це може вплинути дуже негативно на людину? Я много распространяться не буду. Я вам уже привел пример того, как влияет табачный дым на дыхательную систему. И мы знаем о том, что наиболее тяжелым, так сказать, вариантом течения ковида является пневмония, так называемая. Понятно, что это поражение дыхательной системы. Если сюда добавлять еще и табачный дым, то, конечно, и когда снижается сатурация, и человеку практически дышать нечем, то, если человек курит, у него еще к этому добавится еще карбоксигемоглобин, который тоже будет вызывать гипоксию, то есть самые неприятные последствия. Есть исследования китайских ученых, которые определили, что люди среди пациентов, которые болели ковидом, те пациенты, которые курили, у них в 14 раз выше оказался риск развития тяжелых последствий заболевания, в том числе смертельных исходов. Это простой пример. Поэтому... Я думаю, далі можна вже не додавати. Тут по цифрам взагалі зрозуміло. Так, вже є дослідження і треба замислитися обов'язково. Тому що на собі випробовувати не варто. Так, тим більше на своєму здоров'ї це не дуже хороше, не дуже полезне розвлечення. Ну, що ж, дуже добре, що ми сьогодні підняли цю тему, що ми проговорили. Наостанок хочеться почути від вас декілька порад для усіх курців. Вже багато чого ви сьогодні розповіли. І на своєму прикладі, що найголовніше, мені найбільше сподобалось. Довели, що це можливо. Так, от йде день 31 мая, девиз которого гласит «Бросай курить сегодня». Это нужно делать как можно быстрее, принимать решения. Почему мы с уверенностью об этом говорим? Потому что большинство курильщиков, об этом говорит в том числе статистика, всегда хотят бросить курить. Есть, конечно, определенная часть людей, которые сегодня еще не думают, или им это нравится, и пока еще, слава богу, позволяет здоровье. Но значительная часть хочет отказаться. И поэтому 31 мая, это как раз таки, любой день подходит, но 31 мая в том числе, вот мы собираем всех людей, у которых есть желание, у которых уже, так сказать, созрели или еще не созрели, давайте в этот день начнем вот этот процесс отказа от курения. На самом деле, действительно, там просто ничего хорошего нет. Просто вообще ничего, что хоть в какой-то степени было бы полезно организму. Абсолютно. Поэтому я всех призываю в этот день сделать вот такой хотя бы маленький, но решительный шаг в отказе от курения. Так, серйозний крок це буде, якщо хтось зробить із наших глядачів цю справу і не буде відкладати ні на завтра, ні на післязавтра. От прямо зараз це можна зробити, відмовитись. Головне – поставити собі таку мету, яку вже нічого не зрушить. Треба і все. І я зробив. І та сила волі, вона дасться в знаки, людина буде здоровою. Конечно. І набагато краще буде себе почувати. Ну, я вам дуже дякую, пане Юрію, що прийшли сьогодні до нашої студії. Ми зустрінемось з вами за декілька хвилин. Спасибо.